Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Сегодня в областном дворце молодежи прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 210-й годовщине образования войск правопорядка и пятилетию Росгвардии. Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что гвардейцы во все времена в России были в особом почете. Бойцы Росгвардии даже в свой праздник круглосуточно стоят на страже спокойствия курян и безопасности всей страны. И сегодня росгвардейцы несут службу, круглосуточную службу по охране правопорядка, по защите нас от террористических проявлений, охране нашего социального спокойствия. И приятно, что при такой вооруженной службе, при такой нагрузке росгвардейцы сегодня демонстрируют открытость. И дни открытых дверей, и различные спортивно-массовые мероприятия, когда росгвардейцы не просто принимают участие, а являются инициаторами, в том числе на улицах и площадях нашего города. В свою очередь, начальник управления Росгвардии по Курской области Константин Обушев отметил, что каждый боец данного ведомства каждую минуту готов, не жалея себя, защищать отчизну. После указа президента о формировании службы, служба сформирована полностью. Определенные цели, определенные задачи, и есть средства для выполнения данных задач. Будущий год – это повышение уровня профессионального мастерства и выполнение всех задач, поставленных перед управлением Росгвардии по Курской области. В рамках мероприятия глава региона отметил отдельных бойцов и сотрудников Росгвардии наградами и особым орденом под номером 1 руководителя правоохранительного ведомства. Памятный знак, нагрудный знак за верность долгу и мужество. И это медаль номер 1. Константин Викторович. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.